Синоптики прогнозировали настоящую зиму и не ошиблись. Снег лег точно по календарю. А у сотрудников Дорсервиса свой график – заливки катков. Всего в муниципалитете планируется обустроить 9 площадок во дворах, плюс еще одна на стадионе «Металлург». Сегодня залили хоккейную коробку во дворе дома номер 79 по улице Школьная. А вот адреса всех мест, где в скором времени появятся катки. Улица Школьная, 79, ПЛК, 72, Березовая, 13. Поселок Новодрожино у домов 11 и 12. Поселок Измайлово между домами 5 и 7. Северный квартал 4 и село Молоково, Школьная, 5А. На заливку одного катка уходит в среднем 2 дня. Залить площадку хоккейную – это целая наука. И должен быть определенный технологический процесс. Вот первый раз, когда мы заливаем теплой водой, мы заливаем для того, чтобы образовалась ледяная корочка. Но вначале ее готовим, утрамбовываем снег. После этого мы даем ее отстояться, и начинается второй этап. Уже заливаем холодной водой, чтобы выровнять. Все трещинки, все какие-то наросты на этом мы вручную их удаляем. И наша задача перед тем, как люди пойдут на каток, чтобы толщина льда составляла не менее 20 сантиметров. И сейчас самое время готовить коньки. В ближайшую неделю мороз ослабеет, и погода будет комфортна для занятий фигурным катанием и игры в хоккей.